Когда проводишь по волосам, тоже ощущение такое, будто бы волосы скрипят. Я люблю апельсинчики. Пришла мне посылочка. Укрпочтой. Прислали мне это все из Одессы. Угадайте, что там у меня лежит. Ну да, вы решите, либо тряпки, шмотки, либо косметика, либо еда. Все, что я люблю. Кстати, впервые пользуюсь вот такой доставкой. Смартбокс Укрпочта. Просто зручно, выгодно. Она у меня не отслеживалась, эта посылка. Через неделю там писали, что посылка еще не отправлена. А на следующий день она уже пришла ко мне. И знаете, вот я заказывала бесплатную доставку, притом она курьерской должна была быть. Ну и что вы думаете? Звонят мне с Укрпочты и говорят: «Алло, Наташа?» Я говорю: «Да». «Тут вам посылочка пришла. Когда вы придете, ее заберете?» А я говорю: «Так я же заказывала курьерскую доставку». А они: «Да? А когда?» Я говорю: «Что когда?» «Ну, когда вам ее принести?» Вот если бы я и не заикнулась, так и пришлось бы идти и забирать. Ну, в общем, я сказала, что я не могу сейчас выйти из дому. Натянула на голову полотенце, будто бы у меня голова мокрая, и стала ждать почтальона. В общем, принесла она мне эту посылку. Я за нее расписалась и, в общем, пошла она. Спасибо ей все-таки, что принесла. Но она не тяжелая такая посылочка. Так вот, заказала я. Смотрите, что заказала я. Ну да, косметику. Косметику. Вернее, уход за волосами. Заказала две краски, нюанс называются, крем-краска, нюанс. Она там пишет с керамидами и с витаминами, и Е, и С витамины, ну, в общем, полный комплект. Не знаю, правда или нет, краска пишет итальянская, профессиональная, но я ей уже пользовалась. Но дело в том, что у нас здесь, в городе, я не знаю, где ее искать. Надо ехать в соседний Покровск. А Леньше, и вообще туда ж надо тоже, не знаю, около 30 гривен потратить, чтобы съездить. Оно мне надо, время тратить и вообще. Я, недолго думая, залезла в интернет. И что я нашла? Я нашла вот такой Беларусьторг какой-то. Они сказали, что они находятся в Одессе. Ну и в этом магазинчике я нашла эту краску, ну, по приемлемой цене. Вот мой заказик. Здесь у меня краски две штуки на 208 гривен. Затем я решила заказать шампунь после окрашивания за 295 гривен. Эмульсионный окислитель 200 миллилитров за 75 гривен. Я там в этом Беларусьторге прочитала такую фишку, что если мой заказ не меньше, чем на 600 гривен, то у меня будет бесплатная доставка, чем я пожелаю, и даже она будет курьерская. Курьеров я очень люблю. Вот когда они приходят, стучат мне в двери и отдают мне мою долгожданную посылочку, что мне не надо никуда идти, никуда собираться, выбираться. Мне вручили посылку, я счастлива и довольна. Так вот, я решилась, заказала себе посылку. И так получилось, что мне не хватало до 600 гривен совсем самую малость, чтобы была бесплатная доставка. Так вот, я здесь нашла такую мульку, какой-то коктейль полиревитализирующий стволовые клетки для лица. Угу. И он стоил 27 гривен. 42 копейки. Ну и вот, конечно же, я это все заказала, все мне прислали, перечислила я им денежки. Вот такая краска. Тон 501. Да, 501. Вот. Вот так выглядит краска. Здесь ее целых 100 миллилитров. Она не очень едкая, я уже пользовалась, поэтому знаю. Такая, знаете, не вонючая. Бывает такая вонючая краска, что можно умереть и очуметь просто. А это такая, знаете,
нейтральный запах, сравнительно, конечно, нейтральный, сравнительно, смотря что с чем сравнивать. Ну вот, к этой красочке я заказала окислитель этой же фирмы. Решила все заказывать одной фирмы. Здесь его 200 миллилитров и 6% он. Развожу на глаз. Просто так вот. На глаз развожу. Да. Что они здесь пишут? Емульсионный окислювач для професійного використання. Так что я, возможно, даже почти как профессионал буду красить себе волосы с профессиональным окислителем. Ну, вообще, эта линия, серия считается профессиональной. И я заказала вот такой флакон шампуня. Шампуня здесь целый литр. Для фарбованного волосся с экстрактом апельсина. То есть для окрашенных волос с экстрактом апельсина. Я люблю апельсинчики. Так, что это? Ой, караул. В общем, здесь пишут, сбалансована мякоформула шампуню заснована на каких-то там компонентах, которые надолго помогают сохранить насыщенность и стойкость цвета. Удаляет остатки окислителя после окрашивания, блокирует процесс окисления. Угу. Содержит экстракт апельсина, который увлажняет, восстанавливает и укрепляет волосы после окраски. Ой, здесь все на украинском написано. Немножко трудно переводить. Ну и тут состав, вода, какой-то спирт, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, кокамид, парфюм. Ну, в общем, бетанин, экстракт апельсина на последнем месте. То есть не так уж его здесь и много, этого апельсина вложили. Пахнет очень приятно, потому что у меня последний был, кажется, Pantene Pro-V, кажется, был. Это был капец какой-то. Вы знаете... В общем, запах меня этого Pantene вообще не впечатлял. Ну, а здесь вот хороший шампунь, и здесь его целый литр. Я уже испытала этот шампунь на себе один раз. Попробовала. Ощущение очень необычное. Знаете, бывает, в душе моешься до скрипа. Или умываешь лицо до скрипа. А это, когда проводишь по волосам, тоже ощущение такое, будто бы волосы скрипят. Но я еще промахнулась, сделала большую ошибку, не заказала себе бальзам какой-то или маску после волос этой же серии. Вот это была моя ошибка, да. Видимо, я зажала. Ну, ничего, закажу в следующий раз. Ну вот, в принципе, такая вот посылочка. Сейчас же вам еще покажу вот этот коктейль полиревитализирующий. Стволовые клетки лица. В общем, я так и не поняла, с каких стволов эти клетки. То ли со стволов, то ли с людей, то ли с животных. Ну, один раз намазюкалась. Пахнет, я вам скажу. Ой, описанию не подлежит. Ну, что-то такое, знаете, из того мира. Что-то из ушедшего. От нас не очень пахнет. Вот стволовыми клетками пахнет. Ой, я не могу. Ну, не как в морге, конечно, но чем-то таким вот стволовыми клетками пахнет. Ну, один раз я намазюкала здесь, наверное, не знаю, миллилитров, наверное, 5 или 10, не написано. Сколько? Коктейль? Не написано. Может, там на сайте и написано было. Ну, допустим, здесь 5 миллилитров.
допустим. Ну, я один раз намазюкалась, и так понимаю, здесь еще раза на три мне. Вот. Ну, я же буду мазать только плохие места. Только плохие места. Я же не буду мазать все лицо. Это, видимо, считается как пробник. Так что вот такие дела. Можете заказывать на Беларусторге. Все приходит, все доходит. Доставка хорошая и даже бесплатная. Ну, там, наверное, всякая доставка бесплатная, потому что цены на эти штуки, сами понимаете. Шампунь 295 гривен, один только. И краски на 208 гривен. Окислитель 75, там и получается. Вот, доставка курьерская, Укрпочта Экспресс, быстрая доставка. В областные центры при заказе от 600 гривен бесплатно. Да, вот так вот. Спасибо, Беларусторг. Зато мне не пришлось никуда ехать на розыске. Ну вот и все. Вся моя история, вся моя посылочка. Можете заказывать, если лень, по магазинам шастать. Там много чего есть на этом Беларусторге. Я буду еще пользоваться. Мне понравилось. Ну все, пока. Спасибо, что посмотрели.